моя подруга, очень близкая. Мы с ней вместе занимаемся благотворительностью. Были с ней в детских домах, реабилитационных центрах. И она всегда поддержит, она очень к этому серьезно относится. Ее знают со стороны, как такого гламурного дизайнера, у которой все очень роскошно, платья очень расшитые, все очень дорого, круто. А я ее знаю со стороны, как безумно талантливого человека и очень добрая, очень изысканная, талантливая, хорошо воспитанная девушка. Giving. When I feel heavy metal, ooh, and I feel that
коллекция, как всегда, из двух блоков. Первый блок – мой любимый черный цвет, второй блок – из парчи, который я делала специально для себя, заказывала ткани в Милане. Что касательно коллекции, дело в том, что я как бы мастер кутюра в России и делала вечерние платья. В этот раз я решила создать такой некий casual couture, то есть такие, понятия несопоставимые. Поэтому я сделала вещи, которые можно носить в повседневной жизни, но при этом они, естественно, кутюрные, ацировые. То есть эти вещи, они сделаны вручную, вышиты бисером, сваровски, всеми камнями, но их можно совмещать с повседневной одеждой. В первую очередь уверенная в себе женщина, в вторую очередь независимая. И в третью очередь женщина, которая хочет радовать своего мужчину. Хочу уточнить, я не работаю с Сашей. Саша моя подруга, и, конечно же, я всегда поддерживаю своих друзей, особенно на таких важных мероприятиях, как показ новой коллекции. И я знаю, что Саша всегда шьет очень женственные коллекции, которые подчеркивают достоинство женщины и, конечно же, радуют глаз мужчины. И мне кажется, сегодняшние силуэты, которые мы увидели, это будущий тренд предстоящего сезона, потому что очень завышенные талии, четкие силуэты, эффект очень лаконичных бедер в платьях. И также при этом есть игра стилей. Саша одна из немногих, кто умеет чувствовать цвет. Она настолько вкусно его подает, что, сидя в зале, ты понимаешь, что каждый следующий выход модели – это некий перформанс, да, потому что цвет настолько красиво играет с текстурой ткани.